Проблема молодежи, не имеющей профессии, работы, занятий актуальна в обществе. Для решения сложившейся ситуации необходимо активизировать работу молодежных ресурсных центров. Об этом шла речь на заседании коллегии в областном акимате. Молодежь составляет 258 тысяч жителей области от общего количества населения, а это более 1 миллиона 200 тысяч человек. Из них 37,4% проживает в городе. Уровень безработицы среди молодежи составляет 3,1%. Согласно статистическим данным, в категории НИТ входит 3059 человек, которые не учатся и не работают. Несмотря на то, что на бумаге предпринимаются различные меры по сокращению их численности, положительных результатов пока не наблюдается. На окончательное решение этой проблемы у молодежных центров не хватает сил. В этой связи заместитель акима области Еркин Исюмбаев озвучил свое предложение. Так, в целях повышения активности и вовлечения молодежи в обществе им нужно предоставлять кредиты по сниженной процентной ставке и создать карьерный центр. Аким области отметил, что необходимо активизировать работу уже действующих организаций. Если 7800 человек было привлечено к проекту по поддержке молодежи, почему тогда в категории по-прежнему такое же количество людей? Это ведь ежегодно проводимая работа. Из областного бюджета выделяются средства. Я не вижу результатов этой работы. Почему такие показатели? Насколько резонно открывать еще один центр? Вместо этого лучше активизировать работу имеющихся.